Поза свободы. Одну руку вверх, другую вниз. Поставим ноги крест-накрест перед собой. Таз убран вниз. Тянемся вверх. Можете сделать красивую змейку руками, если хотите. Поднимаем эту руку вверх. Делаем вдох. Полностью тянемся вверх и полностью опускаемся вниз. Еще раз. Поза свободы. Тянемся вверх и снова вниз. Можно выполнить позу свободы со слегка обмякшими и красиво согнутыми руками. У вас получится красивая изогнутая латинская буква S. Буква S – прекрасная форма во всех движениях. Возьмем нашу змейку руками. Это движущаяся латинская буква S. Придадим ей еще более выраженную форму. Опускаем руку вниз. При этом я делаю изгиб и телом. Поднимаем плечо вверх. Здесь образуется изгиб тела и изгиб позвоночника. Мы делаем изгиб. Добавим движение в эту позу. Делаем змейку и подводим ногу к себе.